Женщины могут все. Сегодня с этим вряд ли кто-то поспорит. Последние археологические исследования на юге России доказали, что амазонки – это не миф, и цивилизация женщин-воинов все-таки существовала. Вместе с оружием в захоронениях амазонок находят серьги, веретена, гребни и зеркала. Современные амазонки тоже всегда в бою и при этом точно так же занимаются домом, детьми и наводят красоту. Но в отличие от своих древних предшественниц, женщины сегодня не хотят войны, а стремятся к миру, согласию и развитию. Лариса Пудова как раз одна из тех женщин, которая может все и даже больше. Работать, учиться, вести хозяйство и при этом объединять других во имя гармонии и процветания. Несколько лет Лариса возглавляла сообщество под названием «Про женщин», сотрудничала с различными фондами и в итоге решилась на собственный проект. 28 сентября в Кургане состоится первый Уральский деловой форум «Женщины могут все». Форум продлится целый день. Будут работать 6 образовательных площадок, приедут именитые гости, в том числе представители Генерального консульства США в Екатеринбурге. Нас поддержали партнеры из других регионов. К нам приедут делегации серийных предпринимателей, рестораторов, маркетологов из Томска. К нам приедут из Екатеринбурга, Магнитогорска, Челябинска и Тюмени. К нам приедут франчайзи из города Астрахань. К нам приедет Ассоциация деловых женщин Кустанайской области из Петропавловска. А также будут спикеры из Москвы. На форуме для слушателей предусмотрено 300 мест. Из них более половины уже заняты. Активная жизненная позиция – это кредо курганских женщин. Более 60% владельцев малого и среднего бизнеса в Кургане – это женщины. Поэтому им есть о чем задумываться. Этот форум, мне кажется, будет нацелен на то, чтобы показать, какой бизнес может женщина вести, как его вести, как получать гранты, как получать помощь от государства, от различных коммерческих организаций, которые могут эти гранты предоставлять. Ну и вообще поддержать вот именно межрегиональные связи, послушать интересных спикеров. Уральский деловой форум «Женщины могут все» уже запустил свой сайт для регистрации участников. Мероприятие вышло на старт. Организаторы приглашают к участию партнеров. Сегодня мы с большим удовольствием ждем партнеров, которые бы хотели бы зайти с лучшим своим производством, потому что мы хотим показать все, что производит Курганская область. У нас потенциал большой. «У женщины все сердце, даже голова», – сказал немецкий писатель Жан-Поль. Может быть, поэтому там, где есть женщина, всегда есть сердечное тепло и гармония. Анастасия Ланская, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».